Привет, ребятки, с вами я, Александр Радяев, и мы ведем с вами репортаж, как всегда, где бы вы могли подумать, из солнечного Крыма, а именно из Севастополя, пляж Учкуев. Сегодня пятница, конец рабочей недели, это отличный повод, чтобы отдохнуть, прогуляться с семьей, позагорать, отдохнуть на солнышке и просто прекрасно провести время. Ну а мы воспользовались этой возможностью и также вышли с семьей, чтобы позагорать и посмотреть, что происходит сейчас на пляже. А происходит сейчас следующее. Много людей утверждают, что сейчас в связи с непредвиденными обстоятельствами, с этими там вирусами, что это такое, кстати, эти вирусы, люди с Крыма массово уезжают, кидают Крым, происходит что-то странное, мистическое. Но я вам покажу, расскажу, вы сами сможете видеть, что сейчас в действительности происходит в Крыму. Ставочка будет здесь, прямо подо мной или за мной. Магия монтажа. Thank you.
мы прошли с вами по центральной пляже, по центральной части пляжа Лучкуевка, которая является основной частью пляжа северной стороны Севастополя. И любимого туриста сюда приезжают не только туристы, которые хотят провести свой отдых в Севастополе с северной стороны. Также здесь ходит в определенное время катер, который доставляет людей с южной стороны на северную, потому что это, не побоюсь этого слова, один из самых лучших песчаных пляжей Севастополя. Сюда приезжает много людей, и вот почему-то все выбирают пляж Лучкуевка. Здесь есть, конечно, много других пляжей, там Любимовка, тот же самый мною любимый пляж Полсек, галечный чистый пляж, рекомендую. Но вот только что мы прошлись, и вот я вам показал, как сейчас по состоянию на пятницу выглядит этот пляж. Людей много, люди отдыхают, люди купаются, вода уже прогрелась достаточно тепло по сравнению с тем, что было на прошлой неделе. Вода 22 градуса, солнышко жарит градусов 30-35, если не больше, на солнышке. Шла сегодня гроза, но она погремела где-то в сторонке, поняла, что люди отдыхают, не нужно им мешать отдыхать, поэтому ушла дальше. Ну а мы с вами идем в другую часть пляжа Лучкуевка, куда ходят только хитрые туристы. Вы благодаря мне об этом узнаете. Это дальняя часть пляжа Лучкуевка. Я вам тоже ее покажу. И вы уже сами сделаете выбор, стоит ли сюда ходить отдыхать или нет. Но немножко придется пройти своими ножками. Вот, ребятки, все-таки официально мы находимся сейчас на пляже Лучкуевка. Только это немножко в стороне от основного пляжа Лучкуевка. Не каждый приезжий турист хочет или хочет, может быть, лениться проделать еще лишние 100-150 метров, чтобы здесь позагорать. Но мои личные наблюдения указывают на то, что здесь всегда меньше туристов, приезжих. Здесь водичка немножко чище. Но также здесь есть навесы, такие, по идее, точнее, они должны были быть навесы, которые создают тенек, но что-то с ними не очень получилось, они немножко перекошенные. Мягенький песочек, гораздо, кстати, чище и мягче, чем немножко в стороне на центральном пляже. И менее скалмученное море. Вот так вот. Стоит отдельно отметить, что деток здесь очень много. Здесь очень много сегодня деток с семьями. Сейчас попробуем водичку, что представляет для себя сейчас водичка. Потому что пару дней назад на пляже в Толстяке водичка была так себе. А, класс. Вода по прогнозу погоды уже 22 градуса. Но я хочу вам сказать, что это, наверное, соответствует. Интересно, потому что водичка отличная, замечательная. Наверное, первый раз в этом году я рискну поплавать. Я не знаю, насколько меня видно против солнышка. Попробовал водичку. Водичка замечательная. Класс. Наверное, пожалуй, сейчас заканчиваю съемку. Иду купаться в море. Купаю ребенка. Наслаждаюсь лучами крымского солнышка, что я вам советую. Всего хорошего, друзья, товарищи. Пока.